Итак, значит, сейчас занимаюсь разметкой. Буду подрезать керамогранит под угол 45 градусов, чтобы у нас ступенька вот здесь вот на краю вот так вот красиво прошла сюда. По внутренней части получается у нас также будет прямая раскладка. Повторять практически вот этот вот рисунок, который там. Единственное, что вот здесь будет смещение небольшое, ну, чтобы здесь все было красиво. Ну, это будет отдельная зона, я думаю, не критично. Этот кусочек нужно отрезать, здесь обе плиты отрезать под 45, потом этот кусочек пойдет сюда. Эту плиту тоже нужно будет подрезать, пока замер не снял, так как здесь нужен кабель замуровать. Здесь получается также под 45 режем, здесь угол убираем, здесь угол убираем. Здесь вот эти кусочки отсюда перейдут сюда. Эта полоса должна у нас вот так вот точно пройти по диагонали. Здесь еще кусочек нужно отдолбить, так как здесь он немножко неправильно сформирован и угол здесь не тот, который мне нужен, поэтому здесь чуть-чуть краешек я сниму, потому что запил под 45. Боковая плитка тоже должна сюда подходить ровненько. Работы вот с этими двумя ступенями очень много, потому что все нужно правильно замерить и отрезать плитки впритык. Промежуточный этап. Все плитки, кроме вот этой, подрезались. Здесь под угол, здесь под угол, здесь по длине. И вот эти сейчас еще надо кусочки подрезать, чтобы тоже было ровненько. Вот это только одна ступенька, а уже сколько работы. Заусовку еще надо сделать по всей длине. Теперь для чего нужна вот такая вот подложка? Это для того, чтобы когда мы зажимаем клин на шероховатой поверхности, клин скользил точно по поверхности подложки и не толкал плитку. Если бы у нас была бы глянцевая поверхность, да, тогда бы с помощью этой подложки мы бы не царапали вот глянцевую поверхность, у нас она оставалась чистой. Поэтому такую подложку вообще в идеале лучше использовать всегда. Вот здесь у нас на шероховатой поверхности я зажимаю клин, и все нормально. Плитка не толкает другую плитку. Если был бы глянец, соответственно, не царапал бы. Вот для чего нужна вот эта вот подложка. Думаю, понятно? Ну все. Короче, спасибо. Ну что, вот он итог сегодняшнего дня. Верхнюю часть ступеньки сделал. Вот, запилы, запилы. Ну, короче, вот по красоте. Кстати, сразу отвечу на вопрос, почему я здесь использовал зажим 1 мм. Вот такой вот желтенький. Почему не полторашку, вот эту оранжевую? Потому что вся плитка здесь подрезалась. Ну и где-то может не совпасть, допустим, угол. И для того, чтобы было возможность корректировать, использовал 1 мм. Вот там, где нужно, я вставлял полторашечки, для того, чтобы задать какую-то толщину. А в остальном, короче, везде на глаз выровнял, и получилось четенько. Так что всегда нужно использовать все варианты размера и возможности. Ладно, на сегодня все. Пока.